вот и на стори мы что там было. Это квестовая цепочка в этом, в грозовой гряде. Да. Начинается, которая там. Там квестов 40. Да, там где это, там где Торима, по-моему, Торима там как раз он берет в контроль по этой квестовой цепочке, да, потом. Да. Да. Так, в комнату не заходим, короче. Чек на присутствие, спускайтесь вниз. А ну да, после убийства он же этот Мимиром говорит, что-то в моих там что-то пошло не так. Ну они все так говорят, и потом типа приходят тебе на помощь как хранители. Там стоят же в этом, в центральной комнате. Там уже активируешь, не активируешь. Сова, давай к нам, портуйся. Ну как обычно, короче, этот. Давайте все в ретриков, короче, из Триси Холипал. Триси ТВРК. Так, Триси Холипал. Так, сейчас группу обратно сделаю. Три ретрика получается. Три ретрика. Макгрейн, блядь, Миллерия, блядь. Ну и короче, сова. Да нет. Три ретрика зальют центр и утюг. Да это понятно, все зальют. Это самая сова. Ты, короче, хотай свою группу омоложением в любое свободное время. Вот когда мы от огня бегаем, типа. Три хила. Вы смотрите за своей первой группой, там все слабые, вот эти, кто могут сдохнуть. Особенно мага захотывайте сильно. И это, ну, вторая группа там вообще, ну, блядь, сами видите, там латники, блядь. Так. Давайте, фулбаф, ешьте рыбу. Сейчас чекнем, если примете готовность, пойдем на ту сторону, да начнем. Один танк, если что, три ретрика. Грегор ДД. Бить будут на третьей фазе голову сова и маг. Остальные центр и низ. Смотрите, ретрики, Макгрегор и так далее. Ладники, разрадники. Смотрите на шок, вам не сдохните. Давайте чек на пул. Седер. Так, все готовы. Пошли, обходим босса. Напрямик не бегите. Так, кто у нас там? Я даже не знаю, кто РДД будет водить. Так, ну давай. Короче, Сашка, на тебе. Не знаю, короче, звезду поставлю. Все, запустил я этого пидора. Давайте. Самоуничтожение области через 10 минут. Бьем. Милики, бьем. Кинет мины, по ним не бегает. Готовьтесь отбегать скоро, только не помню. Отбежали, отбежали, миленькие. Пока бьешь. Лейте в морду, не надо в жопу ходить. Это не поможет. Так. Давайте, стоп, дамаг. Милики ушли отсюда, ушли милики, ушли в РДД. Ушли отсюда. Захиливайте первую пати. Сова, омоложение. Сова, маг, не бейте. Не бейте. Стоп, дамаг. Стоп, дамаг. Не бьем. Ждем, когда он придет. Беги, уходите, малышка, беги! Так, сейчас он потушит. Начнет каст. Фулл ДД в босса. Фулл ДД. Бейте, бейте, бейте. Бейте. Я что-то чуть не захуярил меня. Все, в это, в ворота, в сову бегите. Бегите. Кинет раз, кинет второй и побежим в центр. Смотрите, фото и сова сильно. Выпрыгнули. Готовьтесь всегда выходить, выпрыгивать. Стали в другой уголок. Стойте. И огонь, видите, идет за вами. Отходите. Потихоньку. Приготовьтесь выпрыгнуть. Не стойте там. Вот. Приготовьтесь, сейчас второй раз кинет. И готовьтесь выпрыгнуть. Фаза 5 секунд. И в центр побежим. Сейчас кинет. И пошли в центр. И пошли. ДД вот здесь вот. В этом круге. Далеко от босса не стоите. Милики в боссы. Фулл ДД сейчас. Приготовились. Брусты отдаем. Так, истерию кому-то нам. Блять. Кому? Не знаю. Макгрегору.
башню. Бомба за нами, перебежали, бомба за нами. От синего шара убежали, убежали на другую сторону. Сова, беги, беги быстрее оттуда. Синий шар, блядь, 30 тысяч дамага. Так, хлопнула бомба. Бьем синее, бьем синее. Так, красная метка вышли, огонь, смотрите. Приготовьтесь. Стойте сейчас это рядом. Сейчас за спину надо будет забегать. Так, потушил все едину. Приготовьтесь за спину забегать. Если давайте. Беги, за спину быстрее. Все, живем, добили пидора это. Вот отлично. Вышли с огня, вышли с огня. Куда-нибудь давайте вот. Звездочки где-то здесь стоим. Не разбегайтесь, блядь, на 5 километров. Соберитесь, соберитесь, сейчас будем рисовать до выхода и обратно по полосу. Я не знаю, как рисовать, похуй, иду. Иду вот туда, короче. Вот туда, вот тут сейчас. Не-не-не, рано еще пошел. Рано до стенки. Иди до стенки, потом обратно. Ну, похуй, как-нибудь, я думаю, место-то у нас должно быть. Вот, смотрите, сейчас приготовьтесь. Я танчу больших мобов, милики вы их хуярите, короче. И маленьких тоже, смотрите. Это ты еще бомбортах на себя лови. Которые взрываются. Барахлобот. Вон бомбот, бомба. Бейте кастер уже бошку, что вы стоите, смотрите на меня. Сова, блять, маг, бейте голову. Хильте, сова, моложе. И из огня выходим постоянно. Я блять. Бутанул голову. Сигнальных роботов перед нами. Давайте, видите, они откидывают, сало дают. Мы так сдохнем. Сейчас смотрите, моб какой-то появится. Че, вы убили голову там, нет? Так. Блять, захил, захил, захил. Взрываю. Хуярьте этого пида. Поднимал кто эту магнитную бомбу из моба, нет? Добей. Так что Макгрегор, притянь, сможешь? Да. Ой, Ретрик, бей. Не попал. Не попал, да, ты не попал. Вышли с огня. Короче, бей. Похую, доберись 10 минут. Бейте их голову и бей. Блять, сигнальный. Дайте Иннер ДЦ, пожалуйста. Ты на ману читал? Не, не читал. Я на фазе перечитаю, на перефазке. Читаю. Вот эти хорошо там капли, смотрите, на мага отдавать. Только не все сразу. Он сигнальный, добейте. Ну, блять, мало хп. Они нам сало кинули, сдохли. Сигнальный, вот видите, с синей хуйней бегает, его надо убивать, чтобы рядом с нами не бегал, ебаните его. Башка упала, добивайте бушку быстрее, там нечто процентов дамаг. Сильно мобов, сильно мобов. Все, все живые, нормально. Смотрите, сейчас короче. Сейчас короче, стойте РДД на РНЖ пока, когда скажу, сбегаться будем. Будет обстрел, нужно будет за спину голову, туловище вот это вот, оно будет обстрел делать. Стойте пока в сове, стойте. Я тут начну, милики, идите ко мне, Дамажите. Там сейчас сразу шоковый будет, подожди, там шоковый сразу. Нет, не шоковый, сначала обстрел, потом шоковый. Так, фулда, давай, Сашка, рот. Немножко выводить буду. Фулл ДД, давай, сова и маг, голову бьем, двигаемся за бот. Взрыв какой-то сейчас добавил, че? Не будет, а, вон, потушил, все, взрыв был, все нормально. На бомбу не наступайте, Макс, тоже. Все, дамажьте этого пидора, сейчас вы его убьете. Красная метка, видите? Тело бейте, тело вы не залили, вы сейчас он хилится. Тело пиздец. Бейте, бейте ебучее тело, ретрики, вы можете даже до головы. Все, за спину встали, за спину. Сова сейчас умрет, все умрете, блядь. Бейте тело ебучее, он сейчас реснется, блядь. Бейте ебаное тело, блядь, вы достаете же. Ну там огонь, Слава, ты видишь? Да похую на огонь. Да все, уже резнулся. Не срезнулся. Сука. В огонь заходите. Блять, ретрики, давайте я объясню вам. Макгрегор, Сгарит, Поклонска, Седдер.
милик любой, даже фурик, даже рога, даже любой, блядь, АДК, любой, блядь, ну любой милик, сука, кот даже, может нажать на голову и будет ее доставать прям с самого низу, прям с самого пола. Побежали быстрее, бежим в комнату. Давайте сделаем так. Макгрегор и Эсгаррет, вы будете бить низ. Поклонский и Седдер, вы будете выбирать туловище и бить это туловище, блядь. Сейчас никто нихуя туловище не бил, блядь. Пизда рулям, блядь. Бегите быстрее, бегите быстрее. И еще, так-то, для справочки, я вам как бы сказал, что вы типа там Поклонский, Седдер, туловище. Но это не значит, что, блядь, если вы туловище бьете, у вашего туловища там 55% будет ХП, а у низа, блядь, 20. Это не значит, что надо продолжать бить ебаное туловище. Включите мозг свой, если вы хотите здесь, блядь, убить с первого трая все. Все так же делаем и убиваем, блядь. Овергирные люди с шеймами, с баблами, блядь. Давайте. Лестните, пожалуйста. Так же делаем. Давайте фул баф. Чинитесь. Ешьте рыбу, фул баф. Давайте 10 секунд рыбу поели. Каски раздали, все раздали. Чек на пул. Сашка сторожил. Все, пошли вокруг кнопки, пошли, пошли к кнопке. Нитки сейчас летают, блин, ебучий босс. Так, ориентируйтесь на сову. Просто сова выпрыгивает с огня, вы выпрыгиваете с огня. Будьте командой. Выживайте, короче. Так же сова хотаешь. Запускаю. Отсчет времени до самоуничтожения. Самоуничтожение области через 10 минут. Ну как мы сумеем завершить испытание бегать? Смотрим, где мины, по ним не бег. По одной можно еще. Приготовились отбегать. Беги, малышка, беги! Бейте в лицо, не бойтесь. Кто умер, блядь? Блядь, красава. Сова, это... Стопнули дамаг, милики ушли. Поднимай других, Крисию. Поднимай Крисию. Стопнули дамаг. Так, РДД пока подбивайте до 100 тысяч. Маг, сова поднимает. Блять, вагончик. Беги, идите, малышка, идите, беги! Это за лупа пошла какая-то. Побежали. Так. Пламя. Трисе, ты тут? Чё умер? Монок дебаф умер, который вешается. Ты чё, не захил, что ли, или чё? Да, дебаф и сразу лужа. Пламя, 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 блядь. Заряд напала. Я хуй знает. Здоровье 26 тысяч, 4 секунды. Так. Искра воображения. Я поэтому и говорю, стойте в танке.
Я же не стою, блядь, в огне, не танчу в огне, блядь. Давайте, ешьте. Там, короче, проблема в том, когда кастер, получается, там совпадает с движением. Он кидает сначала вот эту хрень дебафа на 5 секунд на супер лупате и кидает лужи. Пока перебегаем, мы успеваем захилиться. Ну хотай, сова. Хотай всегда на первой фазе, когда мы этой хуйни бегаем. Вообще хотай. Они жестко пробивают вот эту хрень. Вообще непонятно почему. На миликов она не вешается, она вешается только на кастеров. Он кидает ее на ранжу. ДЦ, короче, играешь как? Ты как играешь? Чем там? Обновление юзаешь? Щиты не, сейчас буду закидывать обновление. Закидывай обновление. Это прям, ну, охуенная тема. Я понимаю, что Холик в этом плане лучше будет. Холик здесь бы вообще лучше сыграл, хуй знает. Ну, щиты тоже хорошо, но обновление добавлять надо сюда тоже. Попробую эту хуйню, хотя я не знаю, там символа вроде нет. Ладно. Давайте фулл баф быстрее. Писта баф давайте. Ща, дома стрелу. Готов? Да. Так, чек на пул. Пошли к кнопке. БР нету, так что не умирайте. 4 паладина. Кидайте щиты там какие-то, я не знаю. Покидайте вон на Алпича, сову, шамана и мага. Распределитесь. Так, запускаю. Отсчет времени до самоуничтожения. Зачем вы это сделали? Самоуничтожение области через 10 минут. Ебашки. Смотрите меня осторожно, 10 штук будет. Готовится пик. Беги, малышка, беги! Так, стоп дамаг. Отошли милики. Ушли к сове. Осторожно, мина. Так, не бей, маг не бей, сова не бей. Все, не бейте. Стоп дамаг. Не бейте вообще, не бейте. Беги, малышка, беги! Так, сейчас потушит. Все, тушит. Добивайте. Так, мина осторожно. Все, пошли к сове. Путаем рейд. Обновление юзы. По второй группе не юзы, по первой обязательно, чтобы висело нон-стопом. Сейчас скинется. Выпрыгнули. Обновление и омоложение, смотрите, что было. Оно вроде 15 секунд висит. Короче, обновление кидаешь на 5 человек, и потом идешь. Сбросилось обновление, снова обновляешь. Что за обновление? Омоложение? Омоложение, да, омоложение. Я говорю, смотрим, я огонь кайте. Сейчас кинется второй раз и побежим к центру. Кинулась, побежали. Только не рассасывайтесь особо, а то огонь, блядь, разлетится. Сейчас смотрите, зергаем до обстрела, постараемся посильнее дамаг. Макгрегора выберу, сейчас дам этот самый стрит. Синий. Так, синий шар. Где он, бегущий шар? Вон он, отошел. Я словил его в огонь, кинул специально. Так, кто-то на РНЖ, а то в Мелизону кинется красная мета. Красная мета сейчас будет. Вот она, красная мета, вышел. Приготовьтесь за спину забегать. Вроде секунд 10 еще. Тушит нормально. Беги, малышка, беги! Забираем этого пидора. Так, теперь куда? Огня почти нет. Ну вот где огонь, давайте сюда.
давайте. Давай, помощь. Аккуратненько, Катя. Хотай, хотай. Что-то Саша говорит, там плохо слышно было, или это не она? Это не я. Показалось. Так, голову уже бьем, голову бьем, прием, прием, прием. Раз, два, три, квадрат. РДД, алло. Маг, всекаем. Копии отдаем. Убивай этого пидора. Осторожно. Тихо, тихо. Сигнального не пускаем. Сигнальный, видите, когда он синюю эту струю кидает, он откинет и сало даст. И дамага много нанесет. Судно, судно, милики побежали бить, вон он его притянул, блять, магнит, хули вы, блять, смотрите. Идите, он на земле вращается, блять. Ёбаный стык. Для кого он эту тактику учил? Вот красавчики, вот смотрите, как зергается. Охуенно. Все, приготовились, вернулись обратно. Половина комнаты без огня, кинет синюю бомбу, потушит полкомнаты, наверное. Так, пробегаем. Так, приготовились. Первым будет обстрел, после него шоковый, через секунд 10-15. Приготовились бить, приготовились. Говорил вам про части тела, смотрите, фаза секунд. Фаза 3 секунды, смотрим. Выживаем, блять. Захотай сейчас. Захотай всех. Так, бомба, вот бомба. Вон она, бомба. Перешли поближе ко мне. Мага не урони. УДД, давай рост, давай рост. Давай рост. Чешки отдавай. Огонь будет еще. Вон, взорвалась, пойдем туда. Только смотрите мины, смотрите мины. Мина, мина. Ракета выйдет. Бегите к боссу. Бегите к боссу. Быстрее, быстрее. Сейчас будет обстрел. За спину надо будет забежать на туловище, смотрим. Сильнее. Смотрим на туловище. За спину, за спину, за спину, за спину. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, похую на огонь. За спину, за спину. Бегаем за спиной, как на гнилом. Добивается, добивается. Чем убить? Он багается. Все, добили, добили, добили. Во-во-во. Да, сука, нахуй, ебать, бро. Ты же, бот. Можно с него забрать на этот, на квест? На квест каждому дается это. Ну, здесь не было еще. Квестов не было. Отлично было, она изи. Слушайте, его так пиздили, что он аж прозрачным стал. Так, надо кому-то, Сашка, надо тебе? Примерно. Спасибо. Блять, еще в 17 году я получил отточу. ОМГ. Так, приз надо тебе на посланника? Я хотя она не очень, не топ. Короче, тебе кину. Да кидай, пожалуйста. Так, Трисия, давай бросай ролл. Покинки топовые, по идее. О! Есть? А чё это такое? Это... Ну чё, я в ШПСП, хуйш. Это означает для ЦВ Void. А, ну забирайте, брать. Выбил себе эти ебучие тапки. ГЦ, ГЦ. Значит, Эсгарет. Так, поклонский, оставайся на танке. Или подожди, или поклонский, или Эсгарет, кто-то из вас договоритесь, кто на РДД зайдет. Сейчас мы идем, короче, что у нас там осталось-то, блядь? Острокрылый Визакс. Это потом Острокрылый. Визакс, ёп, сейчас. Плюс ноль, смотрите, на плюс ноль надо РДДшки. Давайте на РДДшек. Кирилл, давай на ШП, наверное. Чем больше не умеет играть толком. Хули там играть? Я давай на ШП пойду. Давай, кто из Гаррет или кто? Нет, сова может пойти на ШП. Не, сова на сове будет. Так, вроде бы обвалившиеся галереи налево. Всем привет. Здорово. Чё делаете? Ульда 10. На каком боссе? Везакс Йок. Понятно. А будет на Йок? Чё можно? Я говорю, будет на йогу флот, пожалуйста. Ну, пока фул. Сейчас не знаю. Ну мне чисто. Мне ЕП ничего не надо, мне просто йоксарон нужен. Да бля, я понял. Это самое, сгорят, заходи. Так, поклонский оставайся. Блять. А запах будем в стороне так делать или так по-быстрому? Убьем по-быстрому.
По-клонски оставайся, потанчишь. Ты кем слышишь, бой? Я ДК. А ты БДК? Да. А Макгрегор кто? ФДК. О, Макгрегор, уступишь слот на йогу? На. Блять, сумонить же надо. Походу, что-то. О, меня? Да, там кто-то перезаходит. Так, Эсгара, ты заходишь, да? Так, Седр, зайдешь на мага, наверное? Или кого? Кого на кого можешь зайти? Давай на ретрике, зачем я куда заходить? Куда протоваться надо? Так что, я тут, у меня в ШП спекаться, что получается? Да, спекайся в ШП, останется 2 хила. Фишка, знаешь, в чем? В том, что в этом ебучем йоге, если у вас будет, ну, хуй в туча ретриков, вы нихуя не бьете босса на последней фазе. Я там так я ни разу не был, слава, в комнатах, в ёматах. Я не знаю, что мне делать. Комнаты, там вон 4 человека есть в комнате. Так, ладно, похуй. Да я не знаю, ну кури по-клонски в танке. Спекайся в танк. Погоди. Давайте везок сейчас зарканем. Давайте узнаем, что сделаем везокса, пожалуйста. Что сделаем? Бессмертие везокса. Да, изи. Слышишь, Лайк? Давай ты на йоге, короче, купишь на слот, Макгрегор спекнется в БДК, я йогу король. Такой интересный, а мне не надо нихуя, да? А я не знаю, я просто тебе предлагаю, если тебе надо, не так надо, я просто если спрашиваю. Кто-то захочет, чтобы ты пошел, но кто-то услугу уступит, я слот пойдет. Как называется портал этот? Обвалившийся галерея. Торожило. Я на раз качну уменьшение агро на сове, я на халионе вздыхаю каждый раз. Я выхожу в свет, дают фестерфайера, умираю. Не врывай. Сдохнет. Слышишь, Клау, 26 лет. Мне кажется, стал поклонник, есть что дослуг. У тебя портопал есть? Ну блин, я фуриком, а Нар спекнулся в БДК. У нас все равно два паладина есть, типа в любом случае вроде. Ну а какая польза от БДК, ой, от ПДК, ну того же, согласись. Типа, ну я шило на мыло и меняю, в принципе, одно и то же. Я все понял, блядь, ты собираешь RS-25 гер, чистишь трэш, а я на халёну захожу кем хочу, правильно? Чё, я не понял, что ты говоришь. Ну так не делается, да. Блядь, ты не шел этот рейд, эти пацаны шли рейд этот сначала. Я понимаю, но просто я попросил уступить слот, и человек хочет не уступить, почему бы нет? Он протопал. Я же протопал. Я понимаю, но человек может спекнуться. Блять, не надо мне такой хуйни. Ну, а чё я, ну,
Чё я тебе сделаю? Блядь, я один раз объяснял тебе, второй раз я не буду объяснять, ты понимаешь это или нет? С первого раза ты можешь понять? Не пойдешь ты. Тебе жалко слот? Блядь.